Теперь вы можете получать все преимущества от использования слуховых индукционных петель и телефонов с телекатушкой. Знаете ли вы, что вы можете проверить, сколько заряда аккумулятора осталось в вашем Rondo 3, глядя на сам аудиопроцессор? Давайте посмотрим, как это сделать. Чтобы проверить статус аккумулятора Rondo 3, аудиопроцессор должен быть включен. Кратко нажмите на кнопку «вкл-выкл». Главный световой индикатор будет мигать, показывая, сколько заряда аккумулятора еще осталось. Длительное непрерывное свечение зеленого индикатора означает, что аккумулятор заряжен на 75-100%. Два мигания зеленого индикатора покороче показывают, что аккумулятор заряжен на 50-70%. Три кратких мигания оранжевого индикатора говорят о том, что аккумулятор заряжен на 25-50%. Четыре совсем кратких мигания оранжевого индикатора показывают, что аккумулятор заряжен менее чем на 20%.